Белые кристальные песчинки, отлипая, сыпались вниз, покидая ее красивые ноги, покрытые золотисто-бронзовым загаром. Она сама не знала, где находится, но каждый раз узнавала свой рай. Если ты не смог создать свой рай на земле, как ты попадешь туда после? Она видела бирюзовую гладь воды и прозрачное дно океана или моря. Знай, наверняка отыскала бы его на глобусе, который уже целый год хранился на полке в ее любимой комнате. Она отчетливо видела сильные и нежные пальцы рук, обнимающие ее колени, и тонкую белую, как вуаль, накидку на ее спине. В эти мгновения ничего не существовало больше. И было так спокойно, было так тихо, и было не страшно, и не было ни одной мысли, только ощущение: ты дома и можешь быть собой тотально, полностью. Можешь быть маленькой и плакать, если это просто есть, и не нужно копаться, анализировать, что это очередной блок, программа или последствия стресса. Он просто принимал и проводил через себя поток боли, как фильтр, трансформируя ее. Трансформировал, потому что обладал полномочиями представителя Творца на земле. Я тебя очень прошу, найти меня. Прошу, найти меня. Она каждый раз повторяла одну и ту же фразу. Повторяла так, что потом могла говорить только полушепотом или очень тихо. Горло болело, а связки не выдерживали силы такой молитвы. Но в следующий раз она вернется в другом состоянии, которое любит больше всего. Оно земное, теплое, нежно-дикое и манящее своей неизвестностью, непредсказуемостью. Сакральное место силы каждой женщины на земле. Теперь она позволит прикоснуться к ее тайне, к ее мистическому состоянию, к ее потоку наслаждения.